Всем привет, мои дорогие друзья, дорогие зрители и подписчики, с вами я, Антон, и это мой подкаст. Спустя 2 месяца застоя на канале, в котором я расскажу, что, собственно, происходило с каналом, со мной лично, и почему, собственно говоря, вот такой вот застой, почему видео не выходят, и на канале я никак не объявляюсь. Дело в том, что я сейчас учусь в университете, если кто не знал. И моя учеба отнимает очень много времени и сил. Иногда просто прихожу домой и падаю на диван, потому что сил даже включить компьютер не остается. Не говоря уже о том, что ролики снимать, там прохождения. Иногда просто хочется отдохнуть. И, конечно, так резко перестроиться на вот этот вот лад студенческой жизни довольно трудно. Но буду стараться. Все же через это проходят в жизни, поэтому я думаю, в этом нет ничего страшного. И мне это будет по силам. Но есть один неоспоримый плюс от моего нынешнего положения. Это отличный интернет. 100 мегабайт это просто отличная скорость интернета. И это действительно круто. Теперь видео будут загружаться значительно быстрее, и я буду тратить на это намного меньше времени, что, конечно же, очень круто. Ну а теперь по каналу. По каналу сейчас застой, видео не выходят они по причине, которую я уже озвучил, это моя учеба. И когда канал выйдет из этой так называемой резервации, я сказать не могу. Я, конечно, хочу снова делать видео, прохождение, я уже поэтому соскучился, откровенно говоря. Но пока возможности такой нет. Как только она появится, видео начнут выходить. Но вообще в моих планах вернуться в ноябре-декабре. Примерно. Я не говорю, что это абсолютно точно. Это мои примерные предположения, потому что, опять-таки, ситуация очень переменчива моя нынешняя. Поэтому каждый день новые сюрпризы и новые обстоятельства открываются, поэтому ничего конкретного я сказать не могу, но постараюсь. Что хотелось бы еще отметить по поводу канала, так это то, что несколько, уже даже 3 видео набрали по 100 тысяч просмотров. Это реально очень круто, я абсолютно неожиданно это так случилось, я просто смотрел на канале свою статистику и посмотрел самые популярные видео и вот так вот случайно обнаружил то, что уже 3 видео набрали больше 100 тысяч просмотров. Это реально круто, но что меня еще порадовало даже больше, чем этот факт, так это то, что первая часть прохождения Call of Duty 5 World at War набрала 1000 лайков. Вот это реально, я просто был шокирован. Я не ожидал такую статистику. Я вообще не рассчитывал на то, что это прохождение будет популярным. Я его делал, ну игра хорошая, мне понравилось. Почему мне сделать прохождение? А в итоге оказалось, что первая часть этого прохождения будет самым моим популярным видео на канале. Это, во-первых, по просмотрам. И по лайкам. Уже больше 1000 лайков набралось. Блин, ребят, от души. Просто спасибо, реально. Также на канале уже почти 17 тысяч подписчиков. Просто семимильными шагами идем. Даже несмотря на то, что я на канале отсутствовал и видео новых не было, подписчики все равно идут. Это тоже очень круто. И также в группе ВКонтакте уже 700 человек. Вот это тоже реально офигенно. Ребята, спасибо, что вступаете, что проявляете активность. Идем к новым рубежам, к новым вершинам. Ну, по будущим прохождениям я выдвинул на первый план сразу несколько игр. Это Call of Duty Black Ops. Очень многие просили, и я уже и сам хотел бы пройти эту игру. Я ее так выпустил из серии Call of Duty. Сразу начал проходить после Modern Warfare 2, Modern Warfare 3. Хотя в хронологической последовательности правильнее было бы проходить именно первый Black Ops. Но я его выпустил, и, возможно, в будущем я его пройду.
Также Singularity, не будем забывать и об этой игре. Тоже очень классная, мне понравилась. И думаю, что на канале она зайдет как надо. Еще одну игру интересную я откопал. Это Medal of Honor 2010 года игра. Есть несколько игр серии Medal of Honor, но это без названия своей части. Просто Medal of Honor. И поэтому может потеряться поисковик, если будете искать эту игру. Поэтому обязательно добавляйте год выпуска. 2010. Игра тоже очень крутая. Я вообще нейтрально отношусь к серии Medal of Honor. Но эта игра меня реально зацепила. Мне она понравилась. И я думаю, что пройти ее для канала было бы неплохой идеей. Ну и еще одна игра. Это Mafia 2. Очень много я получал комментариев с предложениями пройти эту игру. Ну, в принципе, почему бы нет? Тем более, что у меня есть много дополнений, аж 3 штуки. Ну, собственно, их и вышло 3. Это «Приключения Джо», «Джимми Вендетта» и еще одно дополнение, опять же, вот про Джимми. Вот не помню, как точно называется. Ну, короче, и с дополнениями можно тоже что-нибудь замутить, тоже пройти. Почему бы нет, собственно говоря. И еще один такой важный пункт. Это платформеры. Я откопал очень интересные платформеры. Ну, первый это Knock Knock. Я о нем уже писал, даже хотел делать прохождение, но как-то не срослось. Ну, его тоже можно пройти, в принципе. Почему бы нет? Игра-то атмосферная, очень стилистически классная. И в принципе, очень даже интересная. Еще один платформер, это игрушка Deadlight. Очень классная, стилистически выполнена очень круто. И мне она реально понравилась. Я ее прошел для себя. И вполне приятные впечатления она о себе оставила. И еще один платформер, очень крутой. Мне понравился больше, чем два предыдущих, которые я перечислял. Это Guns, Go and Cannoli. Это охеренный платформер на тематику мафии. То есть мы играем за гангстера. Весь город, в котором мы, собственно, действие разворачивается, в котором мы бегаем, наводнен зомби. Там, короче, такой замес. Это просто, блин, жалко, игра короткая, на самом деле. Вот игра короткая, это единственный, пожалуй, ее минус. Но она реально очень классная. Если вы меня поддержите, то я обязательно сделаю прохождение этой игры. Ну и последний пункт, так скажем, из игр, которые я выдвигаю на передний план для будущих прохождений, это «Диверсанты Вьетнам». Очень много вы меня просили. Да я и сам уже, честно говоря, хотел ее пройти. Но эта игра действительно классная. Я хаял ее в последнее время, потому что, ну, она была реально очень трудной. Но сейчас я приноровился, я ее прошел полностью, выработал несколько методик прохождения миссий. Думаю, вам было бы интересно взглянуть на мое прохождение. В принципе, превью для этого прохождения уже готово. И может быть, когда-нибудь и эта игра увидит свет на моем канале. Еще одна важная новость, это то, что у меня новая системка. Семерка, 64-битная. И теперь, благодаря этому, раньше у меня была 32-битная. И теперь, благодаря тому, что система, во-первых, новая, во-вторых, 64-битная, теперь к этому списку игр для будущих прохождений добавляется еще несколько. Это Call of Duty Black Ops 2, Medal of Honor Warfighter, Battlefield 3 и еще две игры, но почему я их выделил отдельно? Потому что сейчас у меня всего 4 гигабайта оперативной памяти. Это, соответственно, для вот этих оставшихся двух игр мало, но здесь важный момент, но сейчас ко мне едет еще 4 гигабайта оперативной памяти.
Едут они из интернет-магазина, из одного. И, я думаю, 8 гигов оперативки потянут. Оставшиеся две игры. Это Far Cry 4 и Battlefield 4. Я думаю, эти игры тоже будут выглядеть неплохо в моем прохождении. Поэтому, ну, почему бы нет? Почему бы нет? Тем более, что Far Cry 4 у меня с двумя, не знаю, как даже сказать, дополнениями, что ли. Это Долина Йети и Побег из... Вот забыл название. По-моему, это какая-то тюрьма. Far Cry 4. Дрогеш, по-моему. Я, честно говоря, не помню. В этих названиях индийских я там уже позапутался. Я немножко поиграл. В принципе, игра исключительно радует пока что. Не знаю, как дальше будет, но... В принципе, игра очень даже сносная. Я думаю, когда ко мне приедет моя оперативка, дополнительные 4 гигабайта, я, может быть, замучу прохождение вот этих игр Far Cry 4 и Battlefield 4. Думаю, с записью они пойдут стабильно. Ну, что еще хотелось бы сказать? Вот сказал я про оперативную память, что она едет ко мне, надеюсь, приедет к моему возвращению, собственно, на канал, когда у меня появится возможность записать хоть какое-нибудь прохождение. Еще, вот по новым девайсам, я купил себе на деньги с партнерки новые девайсы. Ну, во-первых, это клавиатура. Я клавиатуру и мышь взял от одного производителя, от одной фирмы, Afotech. Уважаю эту контору, делают реально хорошие геймерские девайсы. Клавиатура X7 G700, черная, а мышь Afotech X710B. Еще я взял себе гарнитуру новую, Defender, не помню название точно модели, но я в группу в тему FIQ скину точный список своих девайсов, можете посмотреть. В общем-то, я думаю, с новыми девайсами моя, собственно говоря, деятельность пойдет побыстрее, побойче и будет намного продуктивнее. Ну, собственно говоря, я сказал все, что хотел. Вопросы, какие у вас еще есть, задавайте в комментарии. Я в комментарии мониторю, я все отслеживаю. И постараюсь на самые интересные вопросы, на которые я не ответил в подкасте, ответить лично каждому, кто задаст вопросы в комментариях. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был я, Антон. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте и в Одноклассниках. Всем удачи, всем пока!